Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одной из самых значимых исторических тем – Второй мировой войне. Но не будем говорить о сражениях и героях, о которых вы уже, вероятно, знаете многое. Сегодня мы рассмотрим, как война повлияла на экономику стран мира. Это увлекательная тема, которая заставляет задуматься о том, как международные отношения и экономические процессы неотъемлемо связаны друг с другом. Если вы хотите узнать больше об этом, то оставайтесь с нами до конца. Приятного просмотра! И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и оставить комментарий. Ваше мнение очень важно для нас. Вторая мировая война изменила ход истории мира и повлияла на многие аспекты жизни, включая экономику. В этой части статьи мы обсудим, как война повлияла на экономику различных стран мира. После Первой мировой войны многие страны столкнулись с трудностями в экономической сфере. Это привело к усилению национализма и протекционизма, что в конечном итоге стало одной из причин Второй мировой войны. В ходе войны экономика многих стран была разрушена, а их население столкнулось с экономическими трудностями. В Германии, например, экономика была сильно разрушена после окончания войны. Промышленность была разрушена, а многие города были разрушены бомбежками. В итоге Германия потеряла свою прежнюю экономическую мощь, и ей пришлось начинать с нуля. С другой стороны, США стали одной из самых мощных экономических держав мира после окончания войны. США оказали помощь своим союзникам по программе Маршалла, которая помогла восстановить экономику многих стран Европы. Во время войны в СССР экономика была перестроена на военные нужды. Большинство предприятий были переведены на производство оружия, танков и других военных товаров. Это привело к значительному увеличению производства, но также и к резкому сокращению производства товаров народного потребления. В целом, Вторая мировая война привела к значительным изменениям в экономической сфере. Некоторые страны нашли пути восстановления экономики, в то время как другие столкнулись с трудностями. В следующей части статьи мы рассмотрим, как война повлияла на политическую ситуацию в мире.